Всем привет из Харькова. Видите, какая погода здесь. Приехали тут по одному делу с братом. Чуть позже покажу, по какому. Звоним сейчас в Мариуполь. У нас солнышко с утра, хотя был дождик. Но сейчас солнечно, сухо, красиво. Мы находимся в харьковском РЭО. Вот, братик решил поменять машинку. Вон за моей спиной. Только не четверочка, а шестерочка вот эта. Видим, да, красавица? Третий год, 2003 год. Газовая установка четвертого поколения. Также, что у нее, двухлитровый инжекторный двигатель. Ну, коробочка автомат. Вот такой вот кожаный салон. В МРЭО все очень долго, но будем двигаться немножко. Отображу вам потом свои поездочки. Так, в общем-то, машинка ничего. Кстати, смотрели одну машину, которую нам как бы описывал владелец, говорил, та лялечка на 5 с плюсом, идеальная, классная. Приехали, посмотрели, она уже ржавая там и, короче, хватает нюансов. На газу двигатель работает нестабильно, колбасит, включил драйв, она вообще заглохла. Тут по ходовочке вроде как все в порядке, ну как не загоняли по слуху, по ощущениям. Единственное, что стучат пальцы направляющих на суппорта. Тормоз чуть нажимаешь, уже тишина. Ну а так вот машинка. Сейчас переоформляем, будем выдвигаться домой. Главное, чтобы гололеда не было, бо резина летняя. И выдвинулись мы домой. Ребят, только обратно уже на поезде. В конце видео объясню, по какой причине. В общем, чуть более ездили мы на поминальный день в село. Также ж там мониторили все объявления по Маздам шестеркам, еще Октавию тур смотрели. Ну, в общем, вдруг неожиданно Артема, то есть брата, друг, выслал нам ссылочку на машину, о которой даже и не мечтали. То есть в конце тоже узнаете, о чем речь, о какой машине. В общем, в итоге мы через пару дней, через 3 дня, если быть точным, да, по-моему, поехали мы в Умань. Выдвинулись, конечно, красивые места проехали, но добраться до того места с Мариуполя тяжеловато. Потому как, ну, во-первых, очень получилось с билетами, их не было вообще. В интернете жена, спасибо ей, мониторила каждый отказ, каждый этот пыталась схватить, не получалось. Было в двух разных вагонах, пока она нам позвонила, уже эти билеты были проданы. И тут вдруг резко получилось так, что в одном купе, купейные 2 билета, 2 места освободилось. То есть получается, мы, она успела выхватить, уже не спрашивая нас, устраивает или нет, то есть на киевский поезд Мариуполь-Киев. Вот, встали мы на станции Шевченко, потом через весь город маршруткой ехали до автостанции. Ну и с автостанции уже еще мы ехали 3,5 часа до Умани. Также же эта машина была не с самой Умани, а с Винницкой области, с какого-то села. В общем, еще до Умани 80 с лишним километров ему было. В общем, место встречи у нас было там. Но я уже не стал отображать как-то. Не такой я великий блогер. Хотя, наверное, это интересная идея будет, вот это отображать свои поездки, выбор автомобилей, как бы осмотр его. В общем, взяли мы все-таки Toyota Avensis 2-го поколения, то есть в 25-м кузове. Ремонтники, кто связан с ремонтами и с этими автомобилями, вообще с их перегоном, перепродажей и т.д. и т.п. Все знают, что машина неубиваемая. Ну, единственное, там двигатели первых серий, то есть с 2000 по 2005 год, имеют масложор, то есть недоработка с масляно-отводящими каналами на поршнях. Да, ребят, небольшое отступление. Двигатель не уточнил. Я там сказал 1.8. На данном авто устанавливается двигатель 1.6, 1.8, двушка и 2.4, как такой спортивный вариант. Также ж 2 дизельных двигателя, 2 и 2.2 литра. Вот. Ну ладно, о бензиновых говорим об 1.8, о масложоре именно проблема именно с этим двигателем. То есть 1ZZFE. Его начало там с 99 года, ну и модернизация шла вот сразу в 2001 году, первая модернизация, и вторая в 2005, когда устранили эту проблему именно масложора. То есть вот двигатель именно вот этот 1ZZFE.
с фазовращалкой, то есть VVTi. Ну а так, в принципе, сама машина удачная, и как бы двигатель вполне такой для 1.8 129 коней, вполне эластичный и вполне приемлемый. Вот, ну взяли мы машину за такую сумму, которая в принципе можно было взять только Mazda 6, так как знаем, Toyota на порядок дороже идут. В общем, взяли под ремонт, там необходимо и прокладку под головой менять, необходимо там небольшая вибрация при разгоне есть, я так полагаю, внутренний шрус или балансир. Ну и там что у нас еще? Ну по мелочевке, там левой противотуманки нет, он столбик снес, бампер, фару он поменял. Также там левая фара не горит, не тонированная, на колпаках, ну колхозный вариант. Машина эксплуатировалась в селе 1.5 года, до этого она была в одних руках, у одного человека, военный на ней ездил. Ну, в общем-то, вот взяли, немножко сейчас видео вам отображу часть нашей дороги, конечно, Мариуполь тоже видим сейчас зеленый, красивый, красочный, но это буквально май-июнь, потом у нас это все дело выгорает и получается не очень красиво с нашей экологией, с нашей жарой, климатом сухим. То есть единственное, что море спасает. Ну да ладно, в общем, немножко отображаю вам наш путь. Остров Хортица. Времени уже без 22. Вон где самая красота, не успел показать. Ну, да. Через 400 метров поверните направо. Вот уже и рассвет нас встречает. Потихонечку. Времени у нас уже 4:30. Навряд ли видно. В общем, плохие дороги в Кировоградской области просто свели с ума нас. Слава Богу, тут Запорожская область, Донецкая уже лучше гораздо. Вот. По компьютеру добились расхода. Ну, судя по всему, это бензин показывает, потому что газу выходит десяточка железа. Двигаемся дальше. Ну все, мы дома.
представить, что в Мариуполе. Уже рассвело конкретно, уже у нас 10 минут шестого. Через 50 минут мне уже вставать на работу. Естественно, спать уже не буду. В общем, в первом видео промелькнула Mazda 6. Не взяли ее лишь по той причине, что с такого 8 декабря 2016 года издан указ, обязательный делать вытяг при снятии с учета. Вот. Поэтому, ребята, даже если вы берете по доверенности, делайте вытяг. 200 гривен у нотариуса стоит. Как бы, я думаю, не так дорого, чтобы потом не мучаться. В общем, с той машиной мы промучались. Что там? Получается, за первую я говорил, что там человек красиво пел, в итоге машина на самом деле не соответствовала тому. Вторая машина нам понравилась, собственно говоря, которую я вам и показывал за своей спиной. Но она в аресте оказалась по кредитам. И при том оказалась еще на первого хозяина. После этого хозяина был следующий хозяин, да, и третий. Вот. И несмотря на это, что она снималась с учета, но без вытяга она переформлялась. Вот сейчас она всплыла и невозможно снять с учета. Поэтому, кто разбирается в машинах, наверное, уже по приборке, поэтому поняли, что купили бегемотика. То есть, другими словами, Toyota Avensis в кузове Т25, модельный год с 2003 по 2008. Данное авто 3-го года, двигатель 1.8 на автомате, также с газовой установочкой. Так что, в принципе, вот так вот сильно я, как бы, путь наш не отображал. В пути мы, получается, 11 часов, потому как дороги были ужаснейшие. То есть вот мы смотрим, если у нас там расход был 7.5, 7.4, показывал компьютер, то здесь уже на 7 упало. То есть уже более ровненько мы ехали с одной скоростью. Да. Вот так вот я перед дневной сменой отдохнул, скажем так. Ну ладно, всем удачи, всем пока. Вот такой бегемотик, кто не знает. Ha ha.